Километры ярких лент, бисер и море пестрых красок. Выставочный зал Бобруйска расцвел в летнем великолепии картин. На стенах настоящий вальс цветов. Именно так называется экспозиция мастера с поистине «Золотыми руками и большой душой» Елены Поляковой. Мотивы произведений самые разнообразные. Природа, детство, любовь и даже Его Величество Париж. Вот так они и получились радостные, потому что, знаете почему? Потому что вокруг все, вот мне звонили мои знакомые, все сидят по домам и всем грустно. А мне было, вот у меня 20-й год пролетел просто вот секунда. Я не успевала считать дни. И вот радостные, да, вот такой, наверное, у меня такое было настроение. Процесс создания картин, признается маэстро, трудоемкий. Сначала появляется принт, затем идет вышивка лентой. Атлас, органза, шелк, мулине и стеклярус. В ход идут всевозможные материалы на каждую картину, а их представлено 90, уходит от нескольких дней до месяцев кропотливой работы. Женщина, девочки, там вот прекрасные там мотивы из купальских вечеров. То есть вот именно вот такие вот сюжеты очень интересные. Я бы сказала, она рисует душой, потому что человек бездушный не создаст такой красоты. Посмотрите, какая красота и какая духовность. Потому что вот эти иконы может написать только человек высокодуховный, с внутренним наполнением. И это как раз то, чего нам сейчас в современном мире, в нашей эре не хватает. Подобраны очень правильно цвета, очень с душой сделано все. Окунуться в атмосферу вальса цветов можно до 24 февраля. Посетителей ждут по адресу Социалистическая, 100. Время работы с 10 утра до 6 вечера. Аванес Степанян, Андрей Богдан, Бобруйск 360.